Вы не против, если я немного поговорю с камерой? Я вас не буду снимать. Ну, просто, чтобы вы не были такие, а что? Я опоздала. Не слышно, наверное. Тут так много людей в библиотеке, обычно не так. Я опоздала на первую пару, поэтому села очень близко к преподавателю. И я ничего не сняла для вас, но ничего страшного, обойдетесь. Мы пришли в библиотеку, чтобы доделать всякие проекты и так далее. Короче, куча домашки опять. Фу. Вот так вот выглядит наш коворкинг. Тут наш проект. Какие-то безумные таблицы, матрицы, диаграммы и так далее. Но здесь пока только таблицы. Что-то как-то не так. Так, окей, значит, с этим файлом у нас все. Угу. Яндекс.Такси, реклама Яндекс.Такси. Мы пришли в Rockies Concept Store, чтобы поделать домашку после пар. Расскажите про ваши ощущения. Мои ощущения... I'm so excited, друзья, но у меня такой трэш на голове. Просто пойдем. Окей. Обзор на шницель. Я обомлела. И на спагетти. И на мою подружку Риту. Рита лучшая из всего, что здесь есть. Есть вообще в этом мире. Шницель, салат, спагетти, тебя со вспышкой. О май гад, я уже снимаю. Окей. Надо перестать. Я уверена, что мой папа приготовит шницель вкуснее. Не знаю почему. Делаем вид, что мы что-то... Нет, мы реально что-то делаем. Да, ура! Мы сделали домашку. Конечно, не так много, как хотелось, но мы сделали все необходимое к среде. Все остальное будем доделывать на выходных. Ура! Сейчас пойдем на выставку с Ритой.
Мы прогуливаем последнюю пару на этот скрет. Там лекция? Мы нашли фотобудку здесь прямо на выставке. Мы очень-очень давно хотели сфоткаться вместе, так что сейчас будем фоткаться. Нормальные фотки. Все, типа, мы... О, мой бог. Что у нас тут получилось с третьего раза? Спасибо, что я две. Прикольные, кстати, красивые такие, блин. Я только что поняла, что это не только штатив, но и селфи-палм. Итак, нам принесли пиццу с креветками, с шпинатом, чем-то еще вкусным, не помню, чем именно, но, в общем, выглядит она просто вау. Очень голодная. Это вкусно? Ура, мы едим, мы едим, мы едим. Маленький победный танец.